больше нет. Готов заняться бритвой? Да. Отлично. Один мой друг с западного побережья поможет нам подготовиться к схватке 5-10. Его зовут Винсент. Хороший малый? Нет, тот еще сукин сын. Вы с ним поладите. А мы продолжаем наше путешествие, и на этот раз нас занесло в Малибу, солнечный городок Америки. Не такой, конечно, солнечный, как прочие другие, но и этот вполне себе неплох, скажу вам, друзья мои. И мы продолжаем по нему путешествовать, точнее, скорее даже начинаем, но я думаю, что у нас это затянется тоже дело ненадолго, и мы впилимся в первую же тачку, которую видим, а, соответственно, потом нас будет ловить полиция и все дела. Поэтому продолжаем. Продолжать все, что мы можем делать, это гонять пока в поисках миссии. Миссия у нас находится где-то там. Кстати, если вы помните, я здесь закончил свою двухчасовую гоночку. Да, и скоро, кстати говоря, скоро, мои дорогие друзья, надеюсь, что крюз закончится, и мы сможем наконец-то прокатиться по всей карте Америки. И я вам, возможно, покажу некоторые интересные места, хотя многие, наверное, их уже видели в других видео. Но это не важно, я же этого пока еще не делал, правильно? А пока мы направляемся к гонке, я думаю, что у нас все будет хорошо. Так, где-нибудь вот тут, я думаю, повернуть, наверное, надо будет. Да, вполне нормально. Едем на данный момент на гоночной машине. То есть, как я полагаю, это самые быстрые машины в игре. И это уже хорошо, друзья мои. Так, я думал, что там можно будет проехать, но нет, видите, там проехать нельзя напрямую было. Опс, тихо. Сбиваем что-то непонятное. Возможно, какую-то подстанцию энергетическую маленькую. Возможно, что-то еще. Так, что-то... Мне не нравится совсем, как город здесь сейчас устроен. Везде пытаешься проехать напрямую, а тебя не пускают. Ладно, будем надеяться, что на следующей улице... Вот, типа, здесь... О, кстати. Кстати, ребят, смотрите. Это знаменитая пончиковая, которая в Железном Человеке, насколько я помню, показывалась вроде бы именно эта пончиковая. Хотя я могу, конечно, ошибаться, но тем не менее. А вот... Так что мы, считайте, побывали в кино только что. Хотя я могу ошибаться, еще раз повторюсь, то есть я не буду на этом настаивать, но... Хотя говоря, по-моему, они есть и в других городах. Ладно, неважно. Здорово, чувак! Ты теперь в ближнем кругу. Думаю, пришло время посмотреть на уродливую рожу твоего короля. Как тебе? Бритва, когда я смогу тебя увидеть? Рбини, мой маленький гений вождения. Сначала тебе нужно показать себя. Приезжай на схватку. 5-10 собирается поставить на уши все западное побережье. Возлагаю на тебя большие надежды. До встречи, омбре! Вот так вот, видите, ребят, мы, считайте, взяли Коберна за задницу, так еще и бритвы сейчас... Попробуем ее надрать. Ну, не в данный момент, конечно. Сейчас мы только покажем себя, скажем, что вот такие-то мы рассеки, вот так-то мы можем. И только потом уже будем демонстрировать умение самому бритве. Как мне хочется ему врезать, конечно. Как говорится, за брата, да за сестру нашей подруги. Я думаю, у нас представится такой шанс. Кстати, вспоминается Underground с его первыми миссиями, где надо было гонять вот по таким же красивеньким местам. Здесь даже на них посмотрим, специально не буду это проматывать. Ох да, вспоминается Underground однозначно. Это было классно. Ладно. Получили свои законные денежки. Так, а где миссия? А вот миссия. В одиночечку. Здесь даже нет возможности быстрой игры.
Винсент? Так, парень, я не твой герой, и это не карьера мечты. Учись лучше на зубного врача, не знаю. Нет, я не за этим. Гарри тебя посоветовал. Что за дело? Все законно. Полиция. Под прикрытием. Серьезно? Вполне. 5-10. Копаем под бритву. Личные счеты. Гарри сказал, ты поймешь. Да, я знаю, что это такое. Ладно, я в деле. Давай свалим отсюда. Этот режиссер меня прикончить хочет. Что, с какой стати? Он козел. Плюс я с его женой переспал. Давай я отвезу тебя в наш новый штаб. Познакомишься с бандой. Гарри уже скинул координаты. Ты куда? Ничего, увидимся на месте. Ну вот, а я хотел погонять. Как поживает Гарри? Все еще носит свои кошмарные дреды? Гарри носил дреды? Когда ты видел его в последний раз? Очень давно, парень. В те времена, когда я еще гонял по кольцу. Так ты был профи? Самым что ни на есть настоящим. Спонсоры проходу не давали. Что случилось? Жизнь. Потрепала? Скорее врезалась в меня, как в столб, на скорости 300 км в час. Круто. Ладно. Я хотел, конечно, с ним погонять по тем веселеньким дорожкам, но я надеюсь, что нам дадут по ним погонять, потому что мне всегда нравилось, знаете, под этим... Почему ты бросил кольцевые гонки? Попал в аварию? Никуда я не попадал. А что случилось? Ты всегда задаешь только вопросы? Хочу знать, с кем я имею дело. Проверяешь меня на вшивость? Я бы сказал, стараюсь получше тебя узнать. Зовут Винсент. Любимый цвет пурпурный. Интересы – машины, пиво и женщины. Не любит надоедливых вопросов. Это все, что тебе нужно знать. Круто. Так вот, мне очень нравилось гонять по этим опустошенным каналам, поэтому будем надеяться, что разработчики включат в игру. В любом случае, если нет, то я погоняю по ним сам. Всегда хотел жить в Лос-Анджелесе. Ты мне не говорил, что работаешь с такими роскошными дамами. Да, на это была причина. Пора готовиться к схватке 5-10. Вот оно, парень. Западное побережье. Твоя цель. Парни из любой ячейки 5-10 мечтают оказаться на твоем месте. Конечно, ты здесь по своим личным причинам. Хочешь добраться до бритвы? Придется гоняться и побеждать. Но новая метка подтверждает, что Гарри тебя хвалит не зря. Месть коварная тварь, парень. Ей все равно, кого кусать. Ты выжил во всех схватках, и теперь на твоем пути к метке V8 только бритва. Что бы ты ни решил, тебе придется с этим жить. Вот так вот нас предоставили самому себе. Так, что-то там в мастерской мы можем на машинку на нашу надеть. Железка-то ей установить хорошую какую-нибудь, не? Или у нас тут все по максимуму, так сказать? Да нет, вроде что-то там предоставлено. Но все вроде хуже, чем есть у нас. Или даже сильно хуже, чем есть у нас. Я так понимаю, что для каждой тачки нужно будет выигрывать, скажем так, в идеале свою деталь, в
каждой из гонок. Да чтоб тебя. Ладно. Посмотрим, кстати, какие навыки я здесь переделал немножко. Теперь у меня навыки выглядят вот так. Я сделал мгновенную остановку. Прокачал ва-банк, то есть вероятность получения двух навыков сразу вместо одного. И прокачал миссионер, соответственно, зарабатываю больше за задание. Потом я прокачал стоимость машин на складах снижена на 30%. И прокачал все, что находится в пределах километра, я теперь вижу. Также прокачал больше опыта за задание. И прокачал зажигай, соответственно, разгон машины теперь у меня выше. Все такое. Теперь давайте посмотрим, что нам дает Винсент. Очки в любом задании на умение набираются на 3% быстрее. Максимальная скорость вашей машины увеличивается. Вот, кстати, вот эта вот штука даст нам возможность вот эти вот умения, да, зарабатывать быстрее. То есть мы сможем набирать золото то же самое намного быстрее, нежели мы набирали до этого, даже если мы будем косячить. То есть, ну, упрощение такое. Так, до красной черты. Максимальная скорость вашей машины увеличивается на энное количество, на 5% в общем. На 2 больше опыта при ПВП. И все детали для гоночных машин, естественно, будет стоить меньше. Я думаю, прокачать стоит только вот эту тачку. В смысле, вот эту штуку. На 15% это довольно неплохо, но это мы сделаем позже. Все, наверное. Так, давайте посмотрим, сколько нам на самом деле роликов еще осталось. Нам остался, видимо, один ролик, который на данный момент недоступен. Также у нас здесь нет тачки, и, собственно, на этом пока все. Схватка 5-10 — это тебе не увеселительная прогулка. Берешь машину и тренируешься, потом тюнингуешь и тренируешься снова. Если ты не будешь готов на все 100, толку не будет. 5-10. Добро пожаловать на схватку. Прямо сейчас 50. Да, 50 лучших гонщиков мира будут делать то, что все мы так любим. Жечь резину, нарушать закон и решать дела по-своему. В этом году у нас появилось большое дело. В совете директоров разразился небольшой скандал, а мой деловой партнер сменил галстук на арестантскую робу. Мне нужен новый заместитель. Им станет один из вас. Отборочные соревнования в двух дисциплинах. Следующий круг пройдут 20 из 50. Как удивите меня. Жгите огнем. Пусть все дороги горят синим пламенем. И пусть весь мир содрогнется. А Бритву-то решил повеселить. И на самом деле, мне так почему-то кажется, что это отчасти, знаете, отсылочка такая. На самом деле, это, конечно, не отсылка, но мне это напомнило очень погоню за Ран. Йо-йо! 5-10. V8 сообщает, что вам пора жечь резину. Готовьтесь сами. Готовьте тачки. Так вот, суть в чем. Я считаю, что это довольно неплохая отсылка, но при этом не отсылка к игре Run, где мы могли спокойненько гонять в одной большой гонке, в больших количествах машин. И будем надеяться, что все-таки как-то это сделано. Хотя я могу ошибаться. Посмотрим, что у дилера у нас здесь намечается, какие здесь хорошие тачки есть или их нет. Итак, выставочный зал. Нам на данный момент здесь, во-первых, устроили распродажу. А во-вторых, нам подают следующие тачки. Это Ford, Mercedes, Bentley, Mercedes, Lamborghini. И Pagani также. Что? Ладно. Koenigsegg. Мой язык, как всегда, ломается на английском, поэтому не обижайтесь. Не обижайтесь, ребят. Я думаю, что есть смысл, наверное, взять вот этот Mercedes. Но у меня, естественно, на него денежек, конечно же, не хватает. Но
не страшное дело. Не страшное дело, хотя вот тоже нечешно выглядит и это авто. Ладно, поехали от Седова. Нас ждут гонки. Итак, нужно добраться до нашей гоночки. Но вон там, он довольно близко на самом деле. Машинка, скорее всего, на соседнем берегу. Туда мы сейчас не поедем. Скорость у нас на данный момент машины развивает не очень большую. Хотя 250-260 примерно, это нормально. Как я уже сказал, едем довольно шустро. Поэтому все круто. Будем надеяться, что все-таки, еще раз повторюсь, разработчики устроят нечто подобное, как было в Run. То есть мы там гоняем гонку, и она продлевается, вот как было, да, там в три части, например. Было бы круто. Ну, либо 50 машин сразу едут. Награды там, что, то есть 5-10, в общем, в одиночку, ладно. Сменили нам авто на нашу гоночную классную тачку, средняя. Все дела. А вы гляньте на себя, на свои тачки! Это крутейшая гонка! Здесь ребята из 5-10 со всей страны. Мой кореш Эрик Цу из Нью-Йорка, Хершел Крейг из Чикаго. Все готовы? Все просто. Разгоняешься, тормозишь. И никаких ваших дрифтерских штучек. Ладненько. Раз без дрифтерских штучек, значит без них. Ничего страшного не поделаешь, придется ехать просто так. И не дрифтовать. Ну, кстати, крутой джипон, я так смотрю, впереди шел. А это у нас кто? Хершел Крейг. Надо будет тебя обгонять, дружище Хершел. Вот примерно так. Пустяки. Пустяки, да, я тоже так думаю. Потом, все потом, ребята. Отвлекают вот эти сообщения, честно говоря. Я действую по-другому или кто? Вообще о чем? Да классно они выглядят в зеркалах. Мне нравится. Правда, у меня зеркал нет в машине, но это другой вопрос. По крайней мере, через те, что я могу видеть, у меня таких нет. Потому что здесь зеркала не отображают никакой задний фон, так сказать. То, собственно, печально на самом деле, но не особо критично. Так. Пока все хорошо. Продолжаем езду. Тихо. Еще бы чуть-чуть я мог бы вписаться. Но вроде я примерно вспоминаю, как когда-то было в NFS. Кстати, обидно, но в NFS придется играть на клавиатуре. Последний круг у нас проходит. Тихо. И мы сейчас будем заниматься им уже. Вроде ничего страшного и сложного здесь я не заметил. Гоночка, в принципе, простая. И гоняем мы, в принципе, нормально. Ну, за исключением вот этого момента, здесь я как-то тупанул.
Так. Это вот так вот надо. Отлично. А здесь где-то вот тут. Вот. Нет, не тут, нифига, но ладно. Да, остался последний пункт, и финиш, собственно, он будет уже не за горами. Главное сейчас не затупить, где-нибудь не слиться, дорогие мои друзья, но я думаю, что этого не будет. Задание выполнено, получаем 46-й уже уровень, мы почти докачались до 50-го, который является на данный момент, насколько я понимаю, максимальным, получаем серебро, которое нам дает плюс 10, и наша задачка почти докачалась до 700-го уровня.